наша снежная лесная поляна. Пойдем? Не надо только снег кидать, пойдем. Мне кажется, здесь всегда так задувает, завывает. Пойдем посерединке. По проспекту Весеннему пойдем. Это наши часы Биг Бен. Маш, там как-то здесь такие дорожки сделали, снег идет. Ой. Маша захотелось прокатиться. Сейчас снега побольше выпадет, и весь первый этаж занесет снегом. Там он уже вообще ужас. На балконах первого этажа все. Маша решила прокатиться. Круто, да? Пойдем. Пойдем. В сугроб. Прыгнул, можно сказать. Съехал. Маш, смотри, скоро первый этаж даже видно не будет. Посмотри, все в снегу. Весь первый этаж снегом завалило. Давай, бери рюкзак, пойдем. О, круто. Хорошо, хоть не телефон. Давай, вставай. Маша, убери, пожалуйста. У меня во всех карманах техника. Я говорю, не кидай меня. Ой, дорожки здесь аж на сами почистились. Тут их чистить не надо. А вот детские площадки специально так снег сгребают. Вот, такими кучками. Потом в середине зимы на детской площадке можно стоять, и даже ветер не дует. О, здесь как-то скользко. Маш, не кидайся на меня. Глаз дам. Вот так сделают ограждение, чтобы на детскую площадку. Ветер не задувал. Убери от меня, иди там. Слушай, тут хоть подняться будет. Вообще
Сугробы, метель. Ну, дороги вроде почищены. Но на первом этаже, конечно, я удивляюсь, как заметает. А? Капюшон, пожалуйста, одень. Сейчас пойдем в магазин. Купим мясо, будем делать шашлык. Пойдем. Ты уже, так понимаю, везде снег раскидала, да? Его кучкой собирают, собирают. Зачем его собирать? И так было бы весело. Еще веселее было. Ой, какие у нас красивые сугробы. Наверное, там, где всегда лето, скучно без снега. Да, Маш? Маш, смотри, тут вообще, смотри. Ты представляешь, вот эти балконы. Их закладывают. Вай. Кирпичом закладывают первый этаж, что ли? Интересно, интересно. Интересно, почему это закладывают? Видимо, для того, чтобы там не бегали дети. Я так понимаю. А у нас там все нормально. Маша, не кидай в меня, я тебя засуну в сугроб. Эту площадку что-то все замело. Ее, видимо, даже если почистить, то все равно не поможет. Маш, не кид... Мозга не думает, я смотрю. А вон они, два наших самых крутых магазина. Да, Маш? Мария Рай, бегемот. Была у нас здесь пиццерия, закрыли. Все у нас закрывается. Особенно в нашем Кемерово. Только что-нибудь откроется, сразу закрывается. Скоро в Кемерово откроют KFC. Буквально, наверное, через недельку-две. Представляете, KFC. Не знаю, кто будет туда ходить. В основном люди у нас едят пасту. Рестораном ходят как-то еще. А во всякие пиццерии вообще все закрывается.